Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши подписчики. Привет всем, кто нас смотрит. С вами середина лета, компания Arbat Homes, и я ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пикер. Сегодня мы смотрим квартиру 1+1 за 65 тысяч евро в самом центре Алании. Дорогие мои, это квартира от собственника с мебелью и с техникой. 50 метров до пляжа Кейкубат. Вы знаете, что центр Алания, и сразу думаете, это пляж Клеопатры. Нет, вы знаете, что у нас замок, который называется Кале. Со стороны западной это Клеопатра, и с восточной это Кейкубат. Вот как раз там мы сегодня и будем снимать нашу квартиру. Дорогие мои, не буду вас томить, поехали в квартиру. Вот мы в квартире. Начинаем по традиции съемку с холла. Коридорчик. Здесь смотрим специальное место. Полки, полки, полки. И стиральная машина новая. А в этой корзине находятся у нас новые шторы, которые хозяин еще не успел повесить для нового владельца квартиры. Ванная комната, санузел. Следующая у нас идет спальня и гостиная. Хотела бы сначала посмотреть с вами гостиную. Дом, как вы видите, не новый. Год постройки 2005, но прежний хозяин квартиры сделал здесь ремонт. То есть, во-первых, это новая мебель, новый у нас кухонный гарнитур. Бытовая техника имеется, вот у нас холодильник. Единственное, что здесь нет, это посудомоечная машина, но не все приезжающие за границей в Турцию любят посудомойки. Имеется один кондиционер, но кондиционера нет в спальной комнате. Дорогие мои, стеклопакеты также новые. Вот эти шторы, как я уже сказала, будут поменены. Диван не раскладывается, но если мы убираем подушку, то получается односпальная кровать, дорогие мои. Здесь у нас обеденная зона на 4 персоны, чайный журнальный столик, телевизор небольшой, но и есть. Площадь квартиры 62 квадратных метра. Находимся мы на третьем этаже. Я кратенько сейчас выйду на балкон, посмотрите также. Балкон в квартире один, балкон просторный, выходит на западную сторону. Мне очень понравился вид с балкона. Во-первых, мы смотрим на бассейн соседнего дома. И вот здесь, иди покажи, вот какой у нас небольшой бассейн. Бассейн активный, функционирующий, так что можно здесь будет купаться самим или с детками. И пойдемте посмотрим спальню. Буду подводить итоги внизу у комплекса. Мне очень понравилось местоположение. Во-первых, это 50 метров от моря, и район сам по себе очень спокойный и очень зеленый. Поехали в спальню. Напротив гостиной имеется санузел, и вот она, спальня. Единственное, что осталось от старой квартиры, потому что здесь все у нас отремонтировано, это вот эти вот двери. Кстати, многим очень нравится натуральное дерево. Квадратная, хорошая спальня, балкона здесь нет, шкаф новый, кровать новая. Здесь имеется у нас, пожалуйста, новый пылесос, а также новая гладильная доска. И также падаем, простите. Шторы новые, которые будут повешены для вас. Дорогие мои, я жду вас внизу. Напоминаю, что площадь квартиры 62 квадратных метра. Дом, год постройки 2005. Поехали внизу, встречаемся. Обзор квартиры закончили. Сейчас будем смотреть, что здесь имеется вокруг. За мной подъезд и выход к бассейну. Все это зеленью огорожено, и соседи вас видеть не будут. Дорогие мои, давайте подводить итоги. Смотрели мы с вами сегодня квартиру 1+1, и расстояние до моря всего 50 метров. Как вы видите, дом пятиэтажный, квартира находится на третьем этаже. Западная сторона, после обеда будет у нас солнышко. Айдат в доме составляет 160 лир. Имеется бассейн и лифт. Площадь квартиры 62 квадратных метра с мебелью, с техникой и с ремонтом, и с новыми шторами от хозяина. Год постройки 2005, и стоимость квартиры 65 тысяч евро. Это предложение вторичного рынка недвижимости. Квартира от собственника. Значит, что цену на эту квартиру устанавливает сам хозяин. Поэтому не пишите в комментариях, дорогие друзья, что мы накрутили цену.
Что хозяин сказал, то мы и озвучим в нашем ролике. Итак, 1 плюс 1, 50 метров от моря, 65 тысяч евро. Посмотрите, какое красивое здесь за мной зелень. Очень удобное местоположение, очень тихо и зелень, несмотря на то, что это самый центр Алания и пляж Кейку Батаргимаи. На сегодня все. С вами была Татьяна Пикер, Батхомс. Пока-пока.